спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» состоялось открытие сезона осенних смен. Участие в смене приняли студенты инженерно-технологического, юридического факультетов и факультета математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. Для студентов-первокурсников была подготовлена насыщенная образовательная программа. Ребята приняли участие в тренингах на сплочении, узнали полезную информацию на мастер-классах от студентов-активистов. Сегодня являюсь одним из организаторов. У нас сегодня проходит посвящение первокурсников. Я думаю, им будет интересно, потому что они уже в предвкушении. А дальше интрига. А там как пойдет. Делаем это для того, чтобы не помучить студентов, первокурсников, а сплотить их общей проблемой, общими трудностями, раскрыть их потенциал. Студенты старших курсов подготовили для нынешних первокурсников интересные площадки, на которых проверяли их ловкость, силу и сплоченность. Многие из заданий были направлены на командную работу, что позволило ребятам узнать друг друга поближе. Впоследствии прохождения этих испытаний мы смогли узнать и подружиться со всем коллективом своих групп, узнали очень много нового о себе, кто способен на какие действия. Совсем скоро состоится посвящение в студенты для других направлений Елабужского института Казанского федерального университета. Софья Иванова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.